Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу вам показать вариант фиксации двойной лигатуры из флоса к рамке при изоляции двух зубов, один из которых это зуб 46, второй 45. На зубе 46 использован кламп W7, проток Sanctuary Medium, и на шейке зуба номер 45 зафиксирована двойная лигатура с целью лечения кариеса второго класса в промежутке между зубами 46-45. Но излишки лигатуры было удобно организовать в виде вот такого блока через центральный ретейнер на рамке и далее отвести это и завязать на узел на боковом. Это гораздо удобнее, поэтому в вашей работе используйте это очень эффективно. Дальше мы просто свернем конвертик вот здесь вот, чтобы скрыть узлы и предотвратить вытекание воды, охлаждающей зуб во время работы. Не забывайте перед обработкой оксидом алюминия сделать инверсию матрицы в сторону того зуба, который вы защищаете, и после этого применять оксид алюминия, протравку, бондинговую систему. После завершения бондингового протокола инверсия матрицы уже в рабочую сторону. Два клинышка беленьких деревянных с язычной и с вестибулярной стороны. Колечко для фиксации матрицы. Достаточно классический, минимальный, абсолютно набор аксессуаров для создания реставрации второго класса. Главное, что мы достигли, это плотного прилежания матрицы к краю от препарированной полости, и вот это благодаря двум клинышкам с язычной и вестибулярной стороны.